Благодарим за внимание. Уважаемые пассажиры, будьте внимательны и проявляйте бдительность. Не оставляйте свои вещи на вокзалах, станциях и в поездах. При обнаружении... Уважаемые пассажиры, работает павильон «Выход на Гатчинский двор». Благодарим за внимание. 710. Сообщение. Скоп. Санкт-Петербург. Прибыли на 6:30. Правая сторона. Нюансы вагон начинается с хвоста поезда. Спасибо за внимание. Правая сторона.
пассажиры. В расписании пригородных поездов возможны изменения. Перед приобретением билета внимательно ознакомьтесь с изменениями в расписании, размещенными на информационных стендах о северо-западной пригородной пассажирской компании. Благодарим за внимание. Thank you.
Посадка окончена. Поезд отправляется. Следующая остановка. Ну, я понимаю, мне тебе говорю, что вот тут стрельня стояла, что видит. Уважаемые пассажиры, наш поезд прибывает на станцию Михайловская дача.
Следующая остановка – Романовка. Уважаемые гости, приветствую вас на железнодорожной динамической экспозиции исторического подвижного состава в рамках Международного железнодорожного салона пространства 1520 «Продвижение Экспо». История локомотивостроения в России от 19 до 20 века предстанет перед нами во всей красе. Локомотив – символ железнодорожного транспорта. Именно появление паровоза в начале 19 века послужило толчком к бурному развитию железных дорог. Стальная сеть соединила города и страны по всему миру, сплотила народы, изменила уклад жизни и ход самой истории человечества, изменила понятие о времени и пространстве. Итак, приготовьте свою съемочную технику. До незабываемого парада заслуженных локомотивов осталось несколько секунд.
друзья! Наш салон – единственный в мире, на котором происходит демонстрация железнодорожной техники не только стационарно, но и на ходу. В прошлом году исполнилось 185 лет железным дорогам России. Сохранению раритетов этой давней истории компания «Российские железные дороги» удивляет особое внимание. Ярким свидетельством этому служит уникальная экспозиция нашего музея, который впервые принимает в своих стенах железнодорожный салон. В этом году исполняется 20 лет компании ОАО «РЖД». И все эти годы мы не просто сохраняем уникальные исторические машины, но и восстанавливаем их до рабочего состояния. Среди локомотивов есть образцы, которые гораздо больше означают для Отечества, чем просто средство перевозок. Локомотивы-герои, подобные своей непобедимой неброскостью русскому солдату, пахарю или рабочему. Перед нами одна из таких машин ЭУ-683-32, знаменитая ЭУшка, легендарный эховский. Проект паровозов серии «Э» разработан в 1912 году выдающимся конструктором Вацлавом Лопушинским и инженером Михаилом Правосудовичем на Владикавказской железной дороге. Паровозом управляет машинист Андрей Юрьевич Неминущий. Давайте в завершении нашего парада еще раз поаплодируем этим прекрасным машинам и людям, благодаря любви и труду которых они поддерживаются в рабочем состоянии и радуют нас своим бегом и незабываемым гудком.
Сообщение. Лебяжье. Санкт-Петербург. Либо на второй путь. Левая сторона. Будьте внимательны и осторожны. Уважаемые встречающие. Скоростной Вот такой же копеечный, но надо...